Сегодня добрались на цветочный рынок знаменитый. Искусственные. Как пахнут искусственные? Искусственные, значит. В общем, конец июня. Живых практически нету. Все искусственное. Продают только по 10 штук. Выбрать ничего нельзя. Берешь, хочешь оптом, бери и все. Оля собирает, хозяин лавки, букетик из пионов. Пахнет вообще прямо, заходишь прямо. Как оживаешь уже, сразу. Уже подсвечивается даже сверху. Но, как он сказал, не забывайте, вы в Голландии, а не в России. Что поштучно мы не продаем ничего. Там ничего нету, никого. Пять часов. House active, king of the palace, rubber like Malcolm, ball the fist in the air to the fast lit, yeah, hands up in the air, they got me down. Подарили цветами Олю, хозяин тоже подарил, понравилось хозяину, пересобрала только букетик свой. Вот тут цветочно-блошиный рынок со стороны называется. И вот такой вид открывается, прикольно, с крышами. А это что такое? Кому-то мало, может. Конфеты. Вот она, такие купила. Сколько они? 10 евро. И лифчик тоже всегда был. Хотели забронировать, но не стали, хотели вот посмотреть вот с видом на домики, на канал у вас номера, не все вот с таким этим подгревателем. То есть окно, то есть оно не полностью, да, там? Окно. А, вот на этом. Да. Потом есть вид в саду, а есть и самая большая высокая категория, то видом на канал. А никак посмотреть нельзя? Давайте посмотрим, если у нас комнаты есть. Сейчас можно будет показать. О, какой лифт. Догадайтесь, что это такое, что из себя представляет вот эта скульптура или произведение, на что это похоже. Можете оставить комментарий под видео.
дядя Тика с Лёдькой, какая? Дядя с Лёдькой, какая? С Лёдькой, ты какая? Пушистик, ты пусистик, ты пусистик, ты пусистик. Где? Ты разговариваешь? Ты разговариваешь? Что это такое? Что это такое? Что это такое, да? Скажи, что это такое там на тебя тычет, да? Что это такое, да? На ютубе. Жень, пойдем уже в сад. Знаменитый голландский дизайнер Марсель Вандерс вдохновился сказкой «Алиса в стране чудес» так, что по задумке Вандерса Алиса попадает в Амстердам и пробует все, что ей может предложить город. Опа, смотрите, двери сами. Отель расположен в здании старой публичной библиотеки. Алиса в Амстердаме. Что, дальше? Так мы, по-моему, не туда пошли, или тут? Что мы видим на этой стене? Ту самую Алису и огромные граффити художника Ника Уолкера. And then I'll give you a wristband. This is also the key to the locker. So everything works with this wristband, right? The car, the lockers, your room key, everything. So this is for you. And then whichever locker is for you can take. And then you put your bag in, close the door, rub it with your wristband, and then you can open and close all the time. I have some water for you guys here and downstairs. Через сайт, а потом ходишь сюда, это вводишь код и берешь браслетики такие. Yeah, in 45 minutes maybe I have a room ready, a little bit sooner. Screening, yeah. А что эти браслеты дают? Просто как бы как просто вход либо да, что-то просто. Что-то нет, я помню, что как-то подставляешь на какие-то. I can use it. No, you it's can... just rubber. Ah, it's not like pick, no? Yeah, yeah, it is here. Little chip. What do you? Chip. So then you scan it like this. But not everything will go well, yeah. No. Ты сканируешь и потом дальше все заселяешься. And вот. Open the room also with this. Yeah, and the И комнату открываешь тоже после этого. Вот. Все, пошли. Breakfast, what time is? From 8 until 3, so it's either breakfast or lunch. Like continental breakfast. Yeah, big breakfast in a Dutch way with granola, fresh seasonal fruits, really good. Okay, that's good. Yeah, thank okay. You. Let me know if you need something. Yeah, вот сейчас легли спать в 4 утра. Нам Хилтон настроил. Вот рассказывай. Забронировали номер с красивым видом на церковь на Амстердам специально за неделю с высоким этажом прописали. Приехали, они нам дали какой-то сбоку припеку, вид на какой-то там непонятно что. Окна грязнющие все. Говорит, вот мы вам номер такой только оставили. Все, ну и что, в итоге мы стали звонить в Booking, объяснили ситуацию. И только на третий раз нам девушка там подсказала, что, ребята, если у вас на карточке как бы не все деньги или как бы мало там, то можете спокойно уезжать.
они с вас ничего не спишут. Так что, если что-то не нравится, сразу звоните и объясняйте все свои проблемы, вам и там они помогут. Вещи, давай снимай. Вещи вот в карточку поставляешь. И по браслету он закрывается. Все, закрыл. Вот так вот можно ехать по Амстердаму на таком тук-туке велосипедном. Добрались до очередного прикольного места в Амстердаме. Отель W с видом на центр, на центральную площадь. Рейк-музей вообще не Рейкс-музей, вообще ни о чем. Почему я пошла в музей? Что-то смотреть пошла. Вот какая-то знаменитая картина какого-то мужика. Что тут у нас было, я не понял. Пошли дальше смотреть. Напишите, расскажите в комментариях, что тут за произведение, а то мы гида не взяли. Вот сейчас как эти ходим тут, смотрим. Живыми цветами туда, если что, нельзя. Только время потратили с ними, толком ничего не посмотрели. Вот здесь такой бассейн, маленький, но длинный. Плаваешь с видом прямо на центр. Вот так можно, с таким витком тут, можно в этом бассейне вообще поплавать. То есть никакого билета там не надо ничего покупать. Добавлять тогда. Панорама вообще, конечно, крутая. Камин прикольный, как будто кто-то сумку оставил с кроссовками. На самом деле это из камня, из глины, да, все сделано? Да, сейчас пойдем дальше гулять. Так что смотрите по центру, места прикольные есть. Сейчас, короче, пойдем еще... Дальше еще одна есть кафешка с крутым видом.
угадайте, в каком районе мы находимся. Да. Без подсказки. И вот здесь такой монумент. Рука и грудь. Что по некоторым лингетам символизирует, что мужчина зависит от женщины, а женщина от мужчины. И еще всяко многих этих. А, либо что, как проститутки тут были, он хотел как бы их выделить и дань им отдать, что когда-то в старые времена моряки приезжали и все пользовались ими. Вот. По другой легенде, что типа церковь, грехи свои в церкви в этой искупляли. Да. Ну. А еще по одной легенде нужно попрыгать. Попрыгать? Да, попрыгать. Прям попрыгать? Как ты? Попрыгать? Чтобы все было всегда в интимном плане хорошо. А еще типа лучше сосок потереть, там уже сосок стертый, кстати, есть. Иди ты. То тогда вообще будет. Будешь халифа постоянно. Сначала по три тогда. Жесть, сначала. На одной ноге попрыгать или на двух. А еще тут раньше была цепочка, типа. Никуда мужик от этого не денется. Разве? От груди от женской. А куда делать-то сейчас? Раньше была цепочка. Со всеми мужиками вместе трем. Тут-то снимать можно же? Берем, короче, этот и подставляем, да? Yeah, so you press start. And then. Yeah, and then on the third one. Вот yeah. Это, черт. Да. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Okay. Activate. Hub number four. Mm-hmm. All set. Finish. Check in. Finish. Yeah, and now you're checked in. Okay. And I have a Wi-Fi box for you, so but I don't know if you're still going outside. And we can go outside and sit in the Wi-Fi. Yeah, so we have a free Wi-Fi box, but you're checking out tomorrow, so I don't know if you really used it, but you can have it. Mm-hmm. You can push this on, then there is a code in the screen, and then you can connect both of your phones to the Wi-Fi box, and then you have Wi-Fi signal, free Wi-Fi outside the hotel as well. I'll check out. Oh, okay, yeah, then you can still use it. Yeah. Wi-Fi box in Amsterdam. So this is for you. And there is a limit on this one, but if you use it normally for WhatsApp, Maps, Instagram, will be alright. But if you want to watch a Netflix series, use the Wi-Fi code. And you can download the CityHub app on your phone, which will give you a way to control the hub. So you can control the lights, the color of the lights. You can put on disco lights if you feel like disco lights, and there's a wake-up lights. You can use the app as well to ask any kinds of questions. So if you're in the city and you want to know a place to eat or to drink or you search for something, you can always send us a message and then приложение своё, и можно в номере свет настраивать, там дискотека свет, там ещё всякий свет разный. И запросы им оставлять всякие. Здорово. So for example, if you're in the city and you want to know a place to eat a sandwich, you can ask me, Steven, I want to know a good place to eat a sandwich, and then I can send you an actually place to eat a good sandwich. Okay. Yeah. City Hub, you're okay? Yeah. Вот это, чувак. Yeah. Steven. Yeah, see what's available. Is it working out? Yes, Steven. Yeah, that's me. So then you can talk to me, and if you're in the city, you can ask me anything, and I can send you locations of places. Half number four. Yeah, and then you can change the color. You can put on disco light or a wake up light, whatever you want. Okay. I in the hub you have the space for the luggage. Yeah. To put it. Yeah, but if you want to put it in a locker, that's possible as well. And the last important thing, you can use your wristband to get drinks over here. So you can just go behind the bar. You can just scan your wristband and then you can tap a drink. Tap a drink. Yeah, so the prices are over here and you can just scan your wristband and then get a drink. Nice.
And in the breakfast? The breakfast, if you order the breakfast, you can get a coin here in the morning. And then we have breakfast across the street at the breakfast club. Breakfast club? Yeah, so you give the coin over there and then you get the special breakfast of the city hub. Yeah, there is one across the street. And but this is, I think this is a better one, so you can look it over here. It's very close by as well, and it's a little bit cheaper and they're a little bit better, I think. It's on the left side of the road. Do you need to cross the river? Yeah, it's a little, you go this way and then straight ahead and then right. Yeah, if you type in this address, I will Google it. Yeah, if you type this in your phone, you will get there. But you can also do it across the street, there is also a It's a new hotel and they sell rooms. Motel 1. Motel 1. And you slept there yesterday? Yeah. Oh, it was okay? Okay. It's a clean and new hotel, it's cheap. Right. It's about 99 for the night. 99 nice. Euros? Yeah. Right. You call them. Yeah, cool. And if you register on the loyalty program, join the, they will give you a free breakfast. Могли бы вверху дать. Одна в камере вроде. Хранения? Так одна же вроде. Вот там еще документы, все там. Ну что? А сумка где? Можешь поярче. То есть у них это все через интернет подключено к этим прямо, как умный дом. Будильник можно поставить, вот на сколько тебе надо. Ну что там заорет как? Диско. Романс. Красные фонари. Форест. Типа в лесу. Океан. Вот, прикольно. Все, спокойной ночи. Так тут даже телека нет.